Глава Чувашии встретился с заместителем председателя Российско-Сингапурского делового совета Сергеем Робским. На встрече обсудили вопросы реализации и продвижения совместного проекта телемедицины в республике. Согласно ранее достигнутым договоренностям в рамках российско-сингапурского делового сотрудничества, на территории Чувашии ведется реализация пилотного проекта в области цифрового здравоохранения. Коммуникативные технологии связывают пациента и врача и помогают в постановке диагноза и лечении. Пилотной площадкой является республиканский клинический онкологический диспансер. На его базе с 2017 года действует региональный научно-консультативный телемедицинский центр. Сейчас в республике успешно используется региональная телемедицинская информационная система Минздрава России, к которой подключены все медицинские организации и их структурные подразделения, частные клиники и федеральные центры. За это время было проведено более 3000 консультаций. С Чувашией, я хочу сказать, мне просто... всегда были и есть хорошие отношения, и я считаю, что этот регион действительно перспективный. То, что здесь сделано за весь этот период времени, он действительно потрясает. И когда людям рассказывают, что говорят, во многих регионах этого просто нет природе. И поэтому было предложено еще там 2 или 1,5 года тому назад сделать здесь уникальное решение для России как пациент-доктор. То есть возможность обычному обывателю, обычному пациенту иметь постоянный мониторинг состояния своего здоровья в ведущих клиниках Чувашской Республики. Сейчас в республике разработан региональный проект создания единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы здравоохранения, благодаря которому будет обеспечена преемственность оказания медицинской помощи, маршрутизация пациентов и мониторинг оказания медицинской помощи по отдельным профилям заболеваний, организацию телемедицинских консультаций.